Всем привет! У нас сегодня в гостях, по традиции, в среду, Любовь Кузнецова, лайф-коуч из Санкт-Петербурга, с которой мы беседуем про семейные отношения. Любовь, привет! Всем привет! Всех очень-очень рада слышать, видеть. Но пока что вижу, конечно, только Лену. Я тебе точно скажу, зрители есть, смотрят, можно писать комментарии, если вас что-то интересует, какие-то вопросы, про которые Люба может рассказать, смело задавайте их в комментарии, мы все передадим, все спросим. Говорим мы сегодня, опять же, про семейные отношения. Тема нашего сегодняшнего эфира — тяжелый характер. Я предлагаю, прежде чем мы начнем говорить про характер, все-таки напомнить о том, что же было в предыдущих трех лекциях. Если что, их можно посмотреть на стене ВКонтакте, либо на нашем канале на YouTube. Ну а сейчас услышать краткую выжимку от первого лица. Люба, о чем же мы говорили? Отлично. И свой рассказ я хотела бы начать с парочки вопросов, которые сейчас закину в вашу голову, на подумать. Может быть, пока я буду напоминать о темах предыдущих наших эфиров, какую-то мысль вы для себя уже продумаете, придумаете, не знаю, что-то появится в вашей голове. Тяжелый характер. Вот интересный такой вопрос. Как измеряется тяжелый характер? В килограммах, в граммах, в литрах, в километрах, в герцах, в чем-то еще, может быть? То есть вот пока что подумайте, ну, а я сейчас потихонечку начну рассказывать, собственно, с чего мы начинали. Итак, самый первый эфир наш был про общественное мнение, и на этом эфире мы затрагивали темы стереотипов. То, что общество нам рисует прекрасные, великолепнейшие просто картины, которым мы потом внезапно почему-то начинаем хотеть следовать. Соответственно, вот такое программируемое поведение к определенным уже заранее известным результатам. Собственно, все упорядочено, все структурно, и нам всегда есть чем сравнить. Есть чем сравнить то, что в нашей жизни, да, происходит, и оценить, насколько мы живем хорошо или плохо. Соответственно, вот опять же, есть вот эти стереотипы, стереотипы относительно других людей, стереотипы относительно наших избранников, да, наших там супругов и так далее, тех людей, которые находятся рядом с нами, и с которыми мы взаимодействуем вот именно в рамках отношений мужчина-женщина. Собственно, еще была затронута в первом эфире такая тема, как несогласие внутреннее. И, конечно же, я рассказывала о том, что это несогласие, оно накапливается до определенного, скажем так, объема, который можно стерпеть, ну а дальше происходит что-то. И вот как раз тема второго эфира была у нас «Крах ожиданий». Это как раз то самое что-то, что в какой-то момент может рвануть, бахнуть, и происходит нечто очень печальное, там разрыв, развод и так далее. Собственно, крах ожиданий, да, мы разбирались с вами с тем, что такое само по себе ожидание, что оно не может жить без такого понятия, как надежда, что, конечно же, да, не может произойти краха того, чего не существует. Соответственно, должно быть какое-то ожидание, должны быть какие-то, возможно, иллюзии, возможно, какой-то небольшой или большой самообман, игнорирование каких-то качеств там, мужа, да, или там, жены, в зависимости от пола, конечно же. Вот, и происходит что-то, опять же, да, вот не, что-то, я говорю, именно такой взрыв, когда все те параметры, которые были в нашей голове, которые мы себе придумали, и мы эти параметры приписали зачем-то другому человеку, вдруг они не воплощаются в реальность. Вот тут-то все и удивились, что называется. Соответственно, было ожидание, что я смогу переделать, наши отношения изменятся, вот наша семья заживет, все будет классно, но этого не происходит, и, соответственно, да, вот происходит крах, и все, и происходит разрыв. Это как раз-таки то, о чем мы говорили в нашу вторую встречу,
А прошлая наша встреча, третья, как раз-таки была уже про вредные привычки. Эта тема достаточно тонкая, и она, конечно же, скажем так, продолжает темы предыдущих наших встреч, потому что вредная привычка, она сама по себе, это, конечно, она, ну, безвредна. Почему-то вредная она становится, когда кто-то реагирует на эту вредную привычку. Да? То есть вредная почему? Не потому что там есть какая-то вредность, а потому что она вредит взаимоотношениям. То есть, да, вот те самые незакрытые тюбики пасты, там зубные разбросанные носки, непомытые тарелки, да, или, допустим, просто как человек говорит, даже как он перемещается, какие он делает, не знаю, может быть, ритуалы ежедневные, все это из обычной привычки может очень легко перерасти, конечно же, во вредную. Вот, и мы с вами разбирались в том, почему так происходит, и, собственно, что вообще делать с этим, да, с вредными привычками, как можно человеку об этом сказать, о том, что тебя что-то не устраивает, вот, и я, собственно говоря, все три предыдущих эфира настоятельно рекомендовала вам, друзья, обращаться к коучам, обращаться к психологам, не терпеть, не пытаться там дождаться какого-то прекрасного волшебного момента, когда все само изменится, все само рассосется. Поверьте мне, ничего еще само не устаканивалось, ничего еще само не рассасывалось. Поэтому для этого вот такие специалисты, как коуч, да, вот для этого мы и существуем. Поэтому вы смело можете к нам обращаться, тем более, что многие специалисты, собственно, всегда готовы вас даже проконсультировать абсолютно бесплатно, поэтому просто не тяните с этим. И будьте внимательны к себе в отношениях и к своим партнерам. Вот, я думаю, что это важно. Собственно, вот примерно на этом мы закончили наш третий эфир. Кстати, да, очень интересно, что мы на прошлом эфире не затрагивали тему вредных привычек, вот таких вот прям очевидных для общества, да, это алкоголь, курение. Ну, мне кажется, это просто слишком очевидно, вот, но зато мы прошлись по всяким вот этим мелким мелочам и открыли для себя много... Которые не столь очевидны, но раздражают. Да, 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 много нового, возможно, что-то узнали сами о себе, потому что, в принципе, мне кажется, вот если брать цель наших эфиров, наших вот этих как интервью, лекций, не знаю, каким форматом это назвать, в любом случае самое главное то, что мы обсуждаем что-то, какие-то ситуации, я привожу какие-то примеры, в которых вы можете узнать сами себя, и если вот хотя бы в одном примере из всех вот этих лекций, которые были, вот что-то показалось знакомым, что-то показалось, что-то вообще показалось, то я просто очень-очень рада. Это значит, что миссия выполнена. Круто. Люба, тем не менее... А, кстати, я чуть не забыла. Я хочу напомнить нашим зрителям и тем, кто смотрит нас через Zoom, и тем, кто смотрит нас в трансляции во ВКонтакте, и тем, кто будет смотреть в записи в YouTube, что в конце лекции вас ждет сюрприз от Любови. Поэтому, как говорится, не переключайтесь. А если возвращаться к теме нашего сегодняшнего семинара, я так назову, да, лекции, не знаю, разговора, можно называть как угодно. Как связан тяжелый характер со всеми предыдущими нашими беседами? И связан ли он? Или это просто разные бесящие в отношениях моменты? Конечно же, эта тема связана. Так просто она бы в нашем цикле не появилась. Дело в том, что тяжелый характер – это категория, которая создается и присваивается обществом. То есть сидишь ты такой сам замечательный где-нибудь на необитаемом острове, грызешь кокосы, там, да, гоняешь попугаев, там, хвосты им крутишь. И, в принципе-то, на самом деле никто тебе не скажет, что у тебя характер тяжелый. Это должен прийти какой-то человек, провести с тобой определенное количество времени, и потом тебе торжественно сообщить, что, дружочек, а характер-то у тебя вообще не сахар. Да, то есть с этим нужно будет что-то... С днем рождения, пух. Да. Характер у тебя тяжелый. Да, и вообще ты сам не очень. Да, и что еще интересно, то, что когда озвучивается для человека, что у тебя тяжелый характер,
Почему-то еще никто не хватался за голову, не бегал в панике, не искал себе коуча и не думал, что же с этим сделать. Наоборот, вот скидывалось вот это вот прекраснейшее знамя тяжелого характера, и с ним дальше человек идет по жизни героически, там, не знаю, смело под фанфары и абсолютно с этим ничего не желает делать. Еще, вот знаешь, еще бывает такое, что, ну, характер-то у меня тяжелый, ну, ты сам понимаешь, поэтому, ну, что ты хочешь от меня, и у меня там тяжелый, да и сам-то я не сахар. А мне кажется, это иногда еще выпячивается, ну, не хвастовство, а как бы оправдание. То есть я могу тебе сделать неприятно, плохо, но ты сам понимаешь, что с меня взять-то, я что, мне давно сказали, что характер тяжелый. Я бы и рад нормально себя повести, но нет. Да, да, это, кстати, это очень-очень удобно, потому что фактически это действительно такая индульгенция, это такой пас, который пропускает тебя вообще везде, вот, что-то такое, я не знаю, как, не знаю, какой-то президентский статус, в общем, все, что, тебе все тогда позволено, ты реально можешь сделать все, что угодно, и кроме этого, вот что самое такое главное, да, опять же, связь общественного мнения с этой штукой, она какова? Она такова, что общество также, кроме самой формулировки, навязывает еще и в такую в нагрузочку дополнительную то, что это никогда не изменить вообще. То есть, если ты даже попытаешься, у тебя точно ничего не получится, все будет в конечном итоге плохо, и все только сильно намучаются. Поэтому, собственно, почему человек обычно предупреждает о том, что тяжелый характер, как вот, ну, допустим, не знаю, вот знаешь, дружочек, у меня две руки, все, вот с этим я буду теперь жить, там, да, или у меня два глаза, там, ну, что-то такое, не знаю, или у меня там, например, там, блондинистый цвет волос. Ну, понятное дело, что, да, я уже не смогу договориться со своими волосяными фолликулами, чтобы они там как-то, ну, не знаю, поменяли цвет волос. Конечно же, нет, все, это как данность. Но почему-то тяжелый характер, это тоже то, что присваивается обществом, такая вешается медаль на грудь, и все. И с этим дальше человек топает довольно счастливый, потому что это классное оправдание, чтобы, опять же, ничего не делать. Чтобы никому не ходить, чтобы никто не залезал в голову, там, чтобы не искал первопричин, чтобы не меняться, потому что это просто очень удобно. Люба, ты вначале, кстати говоря, про тяжелый характер спросила, как его измерить. В граммах, килограммах и так далее. Измеряется ли он вообще, как ты считаешь, и что он собой в итоге представляет? То есть тяжелый характер, он что? Вот что он означает? Прекрасный вопрос. Я думаю, что тяжелый характер можно измерить количеством покалеченных судеб этим человеком. Мы, конечно, смеемся, но на самом деле это вообще совершенно не смешно. Ты знаешь, как старушек на машинах так раньше рисовали, условно сбитых, так вот. И людей покалеченных можно себе татуировать. Да-да-да, то есть примерно так и есть, потому что, конечно же, да, если общество определяет, что у тебя тяжелый характер, да, и представители общества к тебе подходят и говорят, ну, слушай, ну ты совсем, конечно, там, как человек, не очень... Вот, соответственно, действительно, что-то я сейчас немножечко потеряла мысль, про сбитых старушек, да, про то, что можно это измерить. Лена, и немножечко, да, напротив. Что такое тяжелый характер в итоге? Да, то есть что такое какой? Тяжелый характер? Да, тяжелый характер в итоге это такой человек, который обладает особенностями своими, собственными, и эти особенности делают пребывание людей рядом с этим человеком просто невыносимым. То есть, вот мы опять же возвращаемся немножечко в, по-моему, это была, да, вторая наша лекция про крах ожиданий, где были вот эти критерии, что этим критериям нужно соответствовать. Так вот, человек с тяжелым характером полностью игнорирует критерии вот, поведенческих других людей, потому что у него есть только свои собственные, и он обслуживает. Погоди. Вопросы. Да, если возвращаться к нашей первой лекции про общественное мнение, то есть это человек нарушитель социальных общественных норм, получается. То есть он ведет себя как-то так, как не принято общество.
Вот смотри, Или это все-таки разное? немножечко разное. Как раз-таки человек с тяжелым характером, он неукоснительно следует стереотипам, навязанным обществом. То есть, допустим, вот прям давай сейчас с примерами, чтобы было понятней. Сварливая жена, да? Собственно, почему она сварливая? Потому что есть такая прекрасная фраза в обществе, что муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернула, туда голова и смотрит. То есть, получается, сварливая жена, она почему? Потому что она постоянно контролирует. Она вот постоянно смотрит, чтобы все соответствовало определенным каким-то параметрам. Параметрам, кстати, внутри нее самой. Вот, и параметрам внутри нее самой, чтобы это согласовывалось со стереотипами того, я не знаю, ну как это сказать, небольшого сообщества, в котором она сама пребывает. Ну, условно говоря, чтобы ее коллеги на работе, конечно же, ее поддерживали во всех ее начинаниях и говорили: ох, какая ты молодец, там мужа со скалкой встречаешь в пятницу, если он пришел, там от друзей немножечко пьяненький. Вот, и, соответственно, вот человек, который реально жестко прям вот привязывает себя к этим стереотипам, заставляет других этим стереотипам следовать, ну, в общем-то, вот и такой хорош, соответственно, в годах других людей, да? Конечно, конечно, потому что получает одобрение. Ну, фактически, для чего это делает? Ну, то есть он, получается, подпитывается. Если бы этого одобрения не было, то, возможно, это не так сильно бы выражалось в этом человеке. Как вариант, это может быть. Это может быть. Кстати, еще такой интересный момент. Вот мы заговорили вообще про сварливую жену, которая вечно всем недовольна, которая контролирует мужа. У этой женщины, к сожалению, очень мало шансов стать счастливым человеком. Такой наш условный какой-нибудь, не знаю, Зинаида, мы ее так назовем. Условная Зинаида воображаемая. Вот, потому как пока жена сварливая вот эта недовольна, контроль осуществляется. Соответственно, она уже начинает думать, что если она станет довольна, она что-то где-то упустит, и тогда вообще, что начнется? Муж начнет раскидывать носки, начнет заваривать неправильной крепости чай, ну и так далее. Просто будет полная анархия и бесконтрольность. Все рухнет сразу. Потому что, конечно же, все держится только на ней. Только. Слушай, кстати, мне кажется, это распространенное убеждение у людей, что, ну, не знаю, в семье или на работе, или не так важно, все держится только на мне или на вот этом человеке. И кажется, что если этот человек уйдет, либо изменит свое поведение, то произойдет катастрофа. Но на самом деле катастрофа не происходит, да, будем честны. Просто люди приспосабливаются жить дальше. И у меня в связи с этим вопрос, как быть, если ты тот самый человек, на котором якобы все держится? То есть как убрать центр Вселенной из себя и сместить его на... Как, в общем, стать нормальным? То есть, получается, из человека с тяжелым характером ты хочешь стать обычным, нормальным, адекватным человеком? Если я правильно поняла вопрос. Да, да, допустим, то есть я понимаю, что вот все то, что ты говоришь про меня, и я думаю, блин, как я вообще живу? Не надо так больше. Хочу жить как все. Что делать? Ну, у меня, наверное, всегда один только ответ на вопрос, что делать, это приходить к коучу. Можете ко мне приходить, Елена. Мы можем прекрасно поработать с этим внутренним контролером. А можно начать с чего-то, то есть, может быть, какие-то есть, ну, не знаю, упражнения, можно ли их так назвать, которые можно делать из условия «помоги себе сам». Ну, то есть, я, безусловно, не отговариваю людей идти к внешним помощникам, потому что это нужно, и
скажу вам, что с помощником вы справитесь, ну, грубо говоря, нужно задачу перейти дорогу, да, помощник вам поможет сделать за это за день, а сами вы будете год переходить. И это, естественно, безумно экономит время, плюс направляет вас сразу на нужный тротуар, а не просто вы там по дороге вдоль ходите и не знаете, куда свернуть. Поэтому, безусловно, да, и абсолютно стоит идти к лайф-коучу, к психологу, то есть к тому, кого вы выбрали. Но вопрос именно, ну, допустим, человек не готов пока еще к таким серьезным изменениям в своей жизни, и он хочет уже что-то сделать такое миленькое, осторожненько. Что-то можно сделать или таких прям вот универсальных способов нет? Ну, я думаю, что всегда самый первый, самый простой способ – это хотя бы увидеть, да, то есть начать обращать внимание на то, что на самом деле не устраивает. Причем не устраивает, да, и вот мы, кстати, на прошлом эфире говорили про перефокусировку из состояния «смотрю из себя вовне», да, к состоянию «смотрю из себя в себя». Потому что не так важно, что делает человек, да, которого ты неустанно контролируешь и так далее. Важно, зачем я это делаю. Зачем я постоянно там ору на человека, на этого несчастного, бедного, да. Зачем я заставляю отчитываться, где, что и во сколько? Зачем я заставляю не ставить пароль на телефон? Да, там, и так далее. Зачем я прошу сделать что-то, а потом звоню и спрашиваю, так, а это сделано? А это сделано? А почему это не сделано? То есть, опять же, да, вопрос, зачем? Хотя бы вот на секундочку из того, этого круга, по которому бежишь, так вот, выйти, остановиться и подумать, а что я сейчас делаю вообще? То есть я всегда, например, в этом процессе за небольшую остановку и за то, чтобы осмотреться. Вот. И, конечно же, просто великий супер уровень, когда во время этой остановки есть возможность задать вопрос «зачем?». «Зачем?» — мой любимый вопрос, честно. Вот прям самый любимый. Это самый редко задаваемый вопрос. Очень его рекомендую. Если пока что нет, там, не знаю, сил или, причем сил таких душевных, чтобы прям собраться и пойти к специалисту, или если нет ресурсов, чтобы это сделать, то вот бесплатная техника от лайф-коуча Любови Кузнецовой. Применяйте, пожалуйста, вопрос «зачем?». Просто 5 раз в день задавайте себе вопрос «зачем?», хотя бы начиная с элементарных вещей относительно того, что там «я хочу пойти попить чаю». Зачем? А ведь может выясниться, что вы не хотите идти пить чай, что вы вообще не хотите, там, не знаю, вставать с своего кресла рабочего, там, да, или что-то еще. Или вообще есть хотите, а готовить лень, поэтому чай идете пить. Да, или просто хочется чистой воды, чистой и светлой воды. Вот, попить и все. То есть, и даже, кстати говоря, из какой кружки? Ну вот, больше конкретизации на своих действиях, на том, что ты вообще делаешь сам. Кстати говоря, про контроль. Не могу вообще этого не сказать. Человек, который контролирует другого человека, почему он вообще это делает? Конечно же, он это делает не от хорошей жизни. А это некоторого рода компенсация, потому что я контролирую тебя, потому что я не могу контролировать себя. И благодаря тому, что я контролирую тебя, я тебя втискиваю в жесткие рамки, в жесткий график, я хоть как-то благодаря этому могу контролировать себя и понимать, что я вообще сама делаю. Вот. Это, кстати говоря, для контролеров такая, может быть, мысль из серии «что?», но весьма-весьма на подумать. Вот. Потому что, опять же, я контролирую, да? Ну, хорошо. Ну, а зачем? Ты знаешь, кстати, про вопрос «зачем?». Я слышала несколько разных ответов на этот вопрос. В основном от людей, которые не ходили к лайф-коучам, к психологам и не особо сильно глубоко копались. Но это, мне кажется, два популярных ответа. Возможно, они связаны. Сейчас мы с тобой разберемся. Первый, а чего он?
Вот это, мне кажется, такой, знаешь, еще сейчас, я когда вспомнила о таком ответе, он как-то из детского сада, ну, прям из детства идет. А вот он меня ударил лопаткой, а что он начинает? Я его тоже стукнула, ну, нормально, 1-1. Вот. И у многих взрослых тоже есть такая история, там, он на меня накричал, или там он что-то не сделал, и ты на него кричишь, и когда тебя спрашивают, зачем ты кричишь, а что он не сделал-то? Я вот и покричала на него, нормально все, 1-1 опять же. И второй вариант, когда у людей спрашивают, зачем ты это делаешь, они такие, ну, чтобы добиться своего. Ну, потому что это способ добиться своего. Ну, потому что он был неправ, а я вот прав. Угу. Ну, это, наверное, все-таки две стороны одного кубика, одной медали, они очень связаны. Ну, вот примерно такие ответы, и там далеко особо не копают. Угу. То есть здесь, опять же, смотрят со стороны, что я прав, а он нет. Угу. Да, и вот, кстати, это очень интересно. Интересно то, что то, что человек имеет свою какую-то особенность, да, то, что он делает что-то так, как он делает, ну, сам в своей манере, и продолжает это делать так же и дальше, невзирая там на твои пляски с бубном, почему-то это воспринимается вот для тебя самого как то, что это нападка какая-то. Как это личное оскорбление, да, да. Конечно. Человек просто такой есть, да, а ты воспринимаешь это как то, что тебя пытаются уколоть побольнее. То есть, опять же, игнорирование того, что тебя в этом человеке не устраивает, да, вот это мы возвращаемся теперь уже к вредным привычкам. То есть нежелание задать вопрос, почему человек так делает. Нежелание понять, зачем я так сильно реагирую. Если я так сильно реагирую, почему? Вообще, любые вот эти ссоры, любое неприятие каких-то там привычек и так далее. Это, что вообще это такое? Это реакция. Прежде всего, реакция. Реакция нас самих на что-то. И это наша задача, на самом деле, разобраться, зачем мы реагируем. Что в этом есть такого, что вызывает, ух, прям вот такое, не знаю, пожарище, что хочется сразу подойти и лопатой стукнуть. Зачем? Просто там за какую-то, не знаю, за какую-то ерунду, про которую человек забыл. Да, то есть, опять же, это какая-то компенсация. Ну, здесь знаешь, как еще может быть чувство несправедливости, например, допустим, я всегда убираю, ну, из бытовой истории, я всегда убираю, ну, не знаю, что, мой полы, да, и договорилась с мужем, что он моет через неделю. Он там раз не помыл, забыл, я помыла, потом второй раз не помыл, забыл. Ну, потому что для него это не столь важно. А я воспринимаю это уже как личную обиду. То есть он сказал, что ок, он будет делать, но он не делает. И я тут думаю, любит ли он меня? А может быть, ему в принципе на меня плевать? Ну, я тебе, по-моему, задавала уже похожий вопрос на одной из предыдущих лекций. То есть здесь уже у дамы возникает вопрос. То есть особенность ли это? Или он так не уважает там, меня, не любит меня, не хочет, чтобы мне было легко, ну, к примеру. Хорошо. Степень чистоты полов мерила любви. Мне кажется, я такую книгу могу написать, следующую. Вот. Чистые полы мерила любви. Или песня Меладзе может такая выйти, кстати, тоже. Тут же опять же, смотри, тут тоже можно... Меладзе прям, да... Любимый наш, разумное, доброе, вечное. Конечно же, тебе скажет дама, что чистота полов не мерила любви, но вот если бы он любил по-настоящему, то он бы старался облегчить жизнь. Ну, то есть, по факту, здесь вопрос не в чистоте там, полов, посуды, не знаю, стен и в подаренных цветах на 8 марта, а вопрос во внимании, через которое человек получает любовь и заботу. Ну, да, то есть, как и... да, сейчас еще вставлю 5 копеек, многие говорят, там, не знаю, он цветы не дарит, но зато он там вот это и вот это, потому что человек выражает таким способом любовь. А для кого-то любовь — это чуть-чуть цветов и чуть-чуть, чтобы он там убирался. Угу.
Так вот, ты сказала очень классную штуку, за которую вот прям я теперь с удовольствием могу зацепиться. Итак, любит ли он меня по-настоящему? Вопрос, да? Вообще, ну, лично у меня возникает вопрос из предыдущих наших тем. Где мне прочитать или посмотреть, чтобы понять, что такое любит по-настоящему? Получается, что любит по-настоящему, это какое-то, ну, я не знаю, это какое-то прям явление, есть критерии, есть, допустим, любит по-настоящему, но на 30%, там, любит по-настоящему на 80%. То есть есть какое-то представление о том, что такое вот эта прекрасная настоящая любовь. И это, опять же, картиночка, которая у нас висит в голове, и мы сравниваем с нею вот человека, с которым рядом находимся. И пытаемся каким-то образом вообще считать информацию с его поведения, наложить на эту картиночку и понять, насколько у нас процент совпадения вообще происходит. То есть вот опять же мы передаем привет стереотипам, вот, и у нас есть желание того, чтобы человек этим стереотипам следовал, потому что мы хотим, чтобы он мыл полы. Мы не хотим придумать там что-то, какой-то новый вариант, вообще как угодно, да, фактически, зачем мне чистые полы? Да, вот, ну вот, зачем я хочу выдраивать полы каждый день? Вопрос номер один. Если вдруг окажется, что нет необходимости мыть полы каждый день, тогда вопрос, а зачем ты пытаешься заставить другого человека это делать? Но если, допустим, ну, я не знаю, вы живете где-нибудь, где прям за порогом пашня, чернозем, и получается, вы на ногах приносите просто по килограмму земли каждый день в дом, и действительно у вас есть реальная необходимость каждый день мыть полы, тогда можно в процессе диалога подумать вообще, да, и решить, что можно с этим сделать. Может ли этот вопрос, чтобы к нему не возвращаться, решить техника? Или может это решить специально там выращенный обычный человек, который может устранять все эти такие бытовые мелочи? Вот опять Слушай, же, кстати, вопрос... можно ли подружить свое представление о том, как тебе должно быть? Допустим, если человек меня любит, то он делает первое, второе, третье, четвертое, пятое. Ну или там он ведет себя вот так-то, и оно же у каждого есть наверняка. Это да? Похоже на терроризм, если честно. Если ты меня любишь, то погоди, но... ты делаешь. Да, это похоже на условия, но у каждого же есть представление, как должен себя вести второй человек, партнер, чтобы ты думала, что тебя любят. Сложно, вот. Я завернула? Да, есть вот эти критерии, мы снова к ним возвращаемся, есть параметры, по которым мы выбираем для себя вот близких нам потом последствий людей. Поэтому, собственно, ну, я рекомендую глаза пошире раскрыть в момент первой встречи и точно для себя честно ответить на вопрос. Это отмахнуть шутка. Розовые сердечки, вот эти, которые моргают. Да. Посмотреть реально, что этот человек вообще из себя представляет. Без иллюзий того, что... Вот, кстати, тоже про жену сварливую. Без иллюзии того, что я сделаю из него человека. Вот эта фраза, кстати, мне кажется, она такая русская вообще. Это фраза российских женщин, что они берут, почему-то они думают, что их предназначение найти где-то на улице оборванного мужчинку, пригреть его, покормить. Я прошу прощения перед всеми мужчинами, которые нас сейчас смотрят, но вряд ли вы со мной поспорите, что многие женщины не думают так. Так вот, подобрать где-то человека, на котором можно уже, собственно, вот так вот свою женскую широкую душу так развернуть, чтобы она уже не свернулась обратно. Вот. И полный вот этот арсенал переделывания из мужчины в человека, вот его пустить в ход. То есть как раз, да, и... В чем, если есть альтернатива? Да. Если есть альтернатива, хороший мужчина, ну, состоявшийся, да, хороший тоже условно, состоявшийся мужчина, которого не надо спасать, который вот готов, то есть он симпатизирует женщине. Есть мужчина, который, ну, вот что-то у него не сложилось, там,
и там, не знаю, и денег особо нет. Вот ему прям помощь нужна, то, я думаю, многие женщины своей спасательной душой склонятся ко второму мужчине при прочих равных, потому что, ну, он же вот страдает. Первый, конечно, тоже хороший, но вот второму-то... А ему-то кто поможет? Кто же его спасет несчастного? Здесь, на самом деле, это то же самое, что да, и... Да. То же самое, что и с контролем, потому что если ты хочешь кого-то спасти, то это значит, что ты хочешь, ну, сама оказаться в ситуации, что тебя спасают, и ты такая, там, не знаю, дама, такая тургеневская, вся такая бледная, прекрасная. Косу спустила с крепости, да, он забрался. Да-да-да-да-да, именно все так. То есть я вот просто говорю о том, что наше окружение – это только лишь отзеркаливание того, что нам самим необходимо. Если есть необходимость спасать, значит, очень хочется, чтобы наконец-то хоть кто-то спас. Но абсурд в том, что тот, кого ты спасаешь, ну просто никак не может тебя спасти сам, у него нет для этого ничего. Вот. Спасти может только тот, кто сильнее тебя. Вот, но, опять же, да, нужно ли кому-то тебя спасать? У этого другого человека могут быть свои задачи в жизни. И, кстати говоря, что интересно, то, что если мы вернемся к тяжелому характеру, да, вот, вот эти трудности, которые возникают с человеком, я в самом начале сказала, что тяжелый характер для тех, кто находится рядом, то есть такая степень невыносимости, вот, но... Раз уж я тут говорю про некоторое равновесие, то необходимо также упомянуть, что страдает не только внешняя сторона, что внутренняя часть вот этого, да, человека, который является таким тяжело характерным, она страдает абсолютно же вот так же, насколько страдает и внешнее окружение. Это абсолютно вот прям вообще равновесные штуки. Конечно, есть в этом некоторая ирония, вот, мы можем это назвать вселенской справедливостью, вот, но тем не менее, тут, наверное, у меня сейчас минутка какого-то миролюбия и доброты, но если вот есть вот в вашем окружении какой-то человек, который, ну вот прям невозможно с ним общаться, поверьте мне, он делает так не потому, что он хочет сделать вам плохо, потому что вы особенный человек, вам особенно нужно нагадить. Нет, это происходит только потому, что человек по-другому не может, потому что сам внутри себя он очень сильно страдает. Вот. Поэтому если в паре есть кто-то один, кто такой вот прям жесткий, я не знаю, контролирующий, неприемлющий мнение другого, это просто человек, который прежде всего страдает сам, и он никак не может найти ответ на вопрос, как ему изменить что-то в своей жизни, чтобы... стать более гибким, более восприимчивым, потому что его на самом деле ранит все, что попадает в его информационное поле. Вот. Вот, кстати, есть даже такие люди, которые просто ходят по жизни и ищут, обо что бы пораниться. Вот это тоже, кстати, люди с тяжелым характером, потому что они сразу начинают вот доказывать, что так было нельзя. Нельзя было делать квадратные, не знаю, там, ножки у тумбочки, потому что мизинчиком шел и задел, и все. И ой, я тоже подумала про мизинчик. Я тоже про это подумала. У нас уже к четвертому эфиру какая-то синергия. Да-да-да, мы снастроились. Люба, а если чувствуешь, что влюбляешься в человека, или после, допустим, нашего эфира понимаешь, что с тобой живет человек, уже живет, да, и ты с ним ничего сделать не можешь, тяжелым характером, либо же ты только начинаешь влюбляться. Есть ли разница, во-первых, для этих двух ситуаций в поведении того, кто с легким характером? И если есть, то что делаем? Я, наверное, опять не скажу чего-то, что очень приятно было бы услышать, но если влюбляешься в человека, и он с тяжелым характером, вот насколько быстро к нему бежишь, настолько же быстро лучше от него убегать. Прям сразу, как только понимаешь, что характер тяжелый. Потому что я вот прям сейчас как Кашпировский буду убеждать вас в том, что... Сейчас, погоди, я воды принесу банку. Вода, заряженная коучем. Так вот, от иллюзий рекомендую избавляться, потому что не переделаете вы человека никогда и никак. Но это, в принципе, невозможно, бесполезно и очень разрушительно. Соответственно,
принятие решения о том, что там, вы хотите остаться с человеком, который вытирает вас ноги, катает на эмоциональных качелях. Это просто подписание себе контракта на пребывание в парке кровавых аттракционов на какое-то продолжительное время. Если есть такая необходимость... Можно сразу вопрос? Да, да. Если человек осознанный, который с легким характером, ну, условно, да, назовем, чтобы различать, он все понимает о втором человеке, который с тяжелым характером, не хочет его переделывать и готов с ним жить. Ну, то есть он все понимает, понимает эти манипуляции, понимает качели эмоциональные, видит, когда его достают, и готов к этому нормально, спокойно реагировать. Ну, есть такие люди, которые прям непробиваемые, и норм, в принципе. То есть они абстрагировались, они вот любят вот эту часть человека. А вот эту вот, она есть и есть, ну, вот и пусть она будет отдельно. Возможно ли, в принципе, такие отношения, если человек готов? Такие отношения, конечно же, возможны, вообще возможны любые комбинации, но здесь, наверное, я тогда вообще вернусь в нашу самую первую встречу, когда мы говорили про то, что при определенном уровне невыносимости, да, когда ты не можешь свыкнуться с тем, что человек не подпадает под стереотипы определенные, происходит некоторый уход. Да, это, кстати, да, может действительно выливаться либо в скандал, либо в уход. Уход там в себя, в саморазвитие, в свое хобби, в гараж, там, в собирание марок и так далее. Так вот, это просто один из подвидов ухода. То есть на самом деле несогласие внутреннее в человеке никуда не девается, оно также копится и может в самый неожиданный момент рвануть. Поэтому на самом деле я рекомендую, вот если же отношения, ну, скажем так, длительные, там 2-3 года, если есть определенные прям части, которые совершенно не устраивают, мириться ты с этим не можешь, но и переделывать ты тоже не хочешь, но готов какой-то, вот просто готов ждать, ничего с этим не делать, все-таки к специалисту, вот к коучу, к лайф-коучу, к психологу. Я, допустим, вот сейчас работаю с человеком, который, не называя имен, конечно, который как раз-таки находится в отношениях с партнером, который соответствует, ну, наверное, 2 пункта из 10. При этом абсолютно... Совместимость у них по 2 пунктам из 10, правильно я понимаю? Да, да, остальные 8, они куда-то делись, ну, куда-то. Вот, и, соответственно, мы сейчас разбираемся с причинами, почему, несмотря на то, что настолько дискомфортно, невозможно разорвать отношения. То есть, да, если тебе не нравится, уйди. Не можешь уйти, а почему? То есть здесь мы выясняем, какова вообще ценность этого общения, взаимодействия, что человек получает, для чего он это делает, какую функцию для него выполняет вот этот мучитель, абьюзер и так далее. Там можно еще кучу слов назвать этого партнера. Вот, то есть мы именно выявляем. То есть я рекомендую идти к специалистам, которые помогут разобраться. Потому что если словами не получилось, да, как вот в прошлый раз мы говорили о том, что даже можно уже научиться и сказать человеку то, что думаешь, и не бояться его обидеть. Окей, хорошо, казалось бы, босс уровня пройден, а босс игры еще вообще, мы до него еще не дошли, потому что одно дело, что ты можешь сказать, вы обсудили, это ни к чему не привело. Что-то еще обсудили, это опять ни к чему не привело. И в итоге опять же, происходит вот это прекраснейшее накопление, и с этим накоплением я очень сильно рекомендую идти к специалистам, к психологам, коучам, потому что самому разобраться бывает очень тяжело. Почему? Потому что ну, человек находится просто внутри ситуации. Он находится внутри, у него уже есть определенная, скажем так, структура всего происходящего, уже сформировались определенные паттерны поведения, и он из этих заезженных пластинок выскочить не может. Нужен кто-то, кто так вот «Привет!» И он такой: «Ой, а я, оказывается, такой? Ой, а я забыл, что я, оказывается, вот это люблю. Ой, я забыл, что для меня это настолько важно». Вот. То есть все-таки, если отношения только начинаются, я рекомендую подходить к этому вопросу вот со всей серьезностью. Потому что неважно, сколько отношения продлятся, там, неделю или 40 лет,
потом в итоге. Все равно все всегда бывает понятно с самого начала. И всегда каждый человек прекрасно знает, что его потом будет не устраивать. Это видно вообще. То, скажем так, что покоробило в самом начале, может потом являться причиной развода. Вот. На это стоит обращать внимание всегда. И, ну, наверное, все-таки немножечко быть смелыми, потому что тикающие часики, вопросы от родных, а когда вы там за третьим пойдете и так далее. Это очень большой пресс, это очень тяжело. И очень тяжело не съехать на всем этом, подумать, что, ну, как бы там, ну, меня же спрашивают, да, а вот как раз и человек, а вот я с ним сейчас отношения, и у нас все будет классно. Да-да-да, вот, и классно-то ничего не становится. Люб, ну, смотри, ты говоришь, нужно вначале вот эти вот все раздражающие моменты отслеживать и для себя решать, готов ты с ними жить и их принимать, либо не готов. Но давай будем честными. Когда человек влюбляется, у него там бабочки в животе, розовая пелена на глазах, и все так замечательно и здорово, что ты думаешь, что, блин, этот человек без недостатков, реально. Неужели я такого встретила? Неужели так бывает? И я не знаю, сколько длится влюбленность там. Я мне почему-то сейчас говорю только цифра 3 года про сколько живет там любовь, да, и когда начинается ссоры у пар. Ну, допустим, какое-то время, там полгода, год, может быть, эта влюбленность живет, подпитывается, а у некоторых даже и дольше, если она подпитывается постоянно. Есть какие-то мелкие ссоры, ты думаешь, ну, кто не ссорится вообще? Uh-huh. Значит ли, что нужно специально поискивать, вот прям препарировать человека под микроскопом? Потому что, ну, вроде все хорошо, ну, прям, правда, классно, там, и это делает, и руки-то золотые, и красивый, и умный, и сильный, ну и все, все при нем. Как так повезло, не знаю. А потом через какое-то время выясняется, что, оказывается, он не такой уж умный, не такой уж красивый, но ты этого не видишь в первое время. Uh-huh. Вот ты говоришь, там видно всегда сначала, не всегда видно. Uh-huh. Тогда у меня есть рекомендация для людей, которые еще не в отношениях, и для людей, которые уже в отношениях. Для людей, которые не в отношениях, рекомендация номер раз. Вот даже если не было никакой проблемы с тем, чтобы там, завести отношения какие-то, да, чтобы создать семью, просто идете к психологу, коучу и говорите, я хочу поработать с вопросом взаимоотношений. Да, вот как бы вот партнер, я партнер, вообще вот это все общественное мнение, что там у меня находится, какое у меня к этому отношение, чтобы проработать этот момент и к вот какой-то, не знаю, дате X, когда встречаешь того самого или ту самую, все, уже четко было понятно, что страхи проработаны, если этот человек сейчас уйдет, ничего страшного не случится, за него цепляться не надо, вот, что приписывать ему какие-то несуществующие параметры тоже не стоит, потому что, ну, четко понимаешь, что тебе хочется, вот, то есть вот больше осознанность, больше адекватность, и все это действительно лучше прорабатывать в промежутках между отношениями. Это очень полезно. Вообще, кстати говоря, вот прийти к коучу, например, и начать с чего-то, это бывает, не знаю, просто как, вот, как ракета, на которой тебя выносит на новый уровень жизни. Вот, поэтому начинаешь по-другому видеть отношения и самого себя в них. И вообще начинаешь понимать, если тебе это нужно, то зачем. Вот, в отношениях препарировать никого не надо, кроме себя самого. Я рекомендую не выходить за пределы собственного тельца, вот, и собственной головы, и все процессы, которые вот хочется поделать, ну, поделай сам с собой всегда. То есть, если что-то бесит, почему меня это бесит? Конечно, сначала хочется там, что-то человеку сказать, да, типа, ах, ты такой плохой, нехороший, вот ты не прав. Но даже если не удалось перед тем, как вот это было сказано, как-то себя остановить и спросить хотя бы после этого, постфактум, что происходит. И с этим вопросом не к партнеру, а вот прям к зеркалу подойти и, глядя в глаза, спросить, что происходит? Ты что так нервничаешь? Ты что так реагируешь? Ты вообще что?
Вот такие вот, опять же, детские вопросы, кстати говоря, как из песочницы, они самые-самые Самое эффективные. главное, Люб, я перебью тебя, прости, не выходи так на улицу с вопросом, а то тебе сразу начнут отдавать телефоны и деньги. Да, но на самом деле вот с таким же жаром, с такой же экспрессией действительно лучше только к самому себе, потому что другому человеку, а я напоминаю, другие люди не в курсе, другому человеку вообще бесполезно что-либо говорить, потому что он не в курсе того, что до этого 2 дня уже в душе что-то кипело, что-то не нравилось и так далее. Никто никогда не в курсе, просто, не знаю, можно такими буквами, никто не в курсе. Вот, это очень важно. Поэтому действительно вот обращаться именно к себе, обращаться к себе с вопросом, почему меня считают человеком, у которого тяжелый характер. Вообще, мне нужно, чтобы меня считали человеком с тяжелым характером. Это просто, не знаю, ну, человек в коричневом костюме по жизни. Зачем это нужно? Зачем нужна такая репутация? Вот. Тем более получается, что сначала ты терроризируешь своего партнера, а потом появляются дети, и дети с самого детства начинают проходить школу жизни. Это, конечно, все очень замечательно, но, опять же, действительно ли в этом есть необходимость? Может быть, и нет. Главное — успеть себе задать вопрос, я думаю. Тут у меня еще один вопрос появился. Допустим, человек начал понимать что-то про себя, начал понимать что-то про других, и он подумал, психология, это же так здорово, может быть, и мне поможет человек, ну, не хочу, да, ограничивать психологом, там, лайф-коучем или кем-то еще, не хочу ограничивать ролями, может быть, и мне тоже надо сходить, но как такового запроса у человека нет. Вот ответь общественности, можно ли идти без запроса? Ну, то есть сказать, что у меня, в принципе, все нормально. И есть какие-то, конечно, там проблемы в общении, но они нерегулярные, непостоянные. Я допускаю, и есть такие люди, у которых там вот прям огромная проблема в отношениях личных, семейных, рабочих, где-то еще. И там, ну, наверное, легче работать с таким человеком, специалистом. А когда человек приходит, ну, бывает ли такое вообще, что человек приходит и говорит, слушайте, у меня все нормально, в принципе. Я к вам пришел, ну, узнать, правда нормально все, или я что-то скрываю? Ну, на самом деле, может быть, я удивлю, но это 90% людей. Я удивила. Да, потому что у меня, например, редкий человек, вообще никогда не сталкивавшийся там с коучингом, с психологией, придет и скажет, так, записывайте, пожалуйста, мой запрос. Начинает что-то выдавать в четкой формулировке, полностью, значит, он там что-то отрефлексировал, что-то заметил, взаимосвязи, туда-сюда. Это вообще, я бы сказала, что это исключение. Это исключение. Это лучшие клиенты, да? И, кстати говоря, это не лучшие клиенты, это клиенты с избыточным знанием, которое им мешает, как третья нога. Как когда ты приходишь к врачу и говоришь, здравствуйте, у меня, значит, водянка, ветрянка и, не знаю, экзема. Лечите. Да. Я знаю, чем. Мне нужен просто рецепт, там как бы в аптеке не дают просто лекарства с него. Да, у человека перелом, например. Да. Это то же самое, что тоже такой есть пример классный. Один раз ко мне пришла дама и сказала, так, и молча достает, значит, список, а у нее там список страхов, которые у нее есть. Я, говорит, про свои страхи уже все знаю. Вот, она такая, типа, как победила коуча, я такая думаю, ну, она зачитала все это, я говорю, хорошо, а что ты с этим делать-то собираешься? И все. И на этом знание перестало быть избыточным, потому что оказалось, что поле для действий намного шире. Так вот, люди, которые не знают, с чем они приходят, они, я просто им аплодирую за их смелость, за их храбрость, потому что тут еще к тому же и страшно показаться дураком. Потому что я приду, меня спросят, я буду такой, ну, что? Все что-то мне хотят. Вот. Никому же не хочется не иметь возможности ответить на вопрос. Это как-то стыдно, я не знаю. Ну, как в школе, да, около доски. Тебе задают вопрос, а ты такой, ну и все, и садись два. И родители в школу. Вот. И здесь то же самое. Будто люди... ты сам вышел к доске, когда тебя не вызывали. Да, сам организовал урок, сам вышел к доске, сам выбрал тему, которую знаешь хуже всего. А говорить-то чего?
Да, и говорить о чего? Но на самом деле это, во-первых, стандартная ситуация, во-вторых, конечно же, ну, я, например, знаю, что с этим делать, потому что самое главное – это дать человеку понять, что никто его не наругает, что он в атмосфере безопасности. Потому что лично я, например, да, как специалист, я заинтересована в том, чтобы помочь выявить, чтобы помочь это назвать, чтобы помочь это увидеть, как-то сформировать, сформулировать, что-то из этого слепить. То есть мы идем вместе. Я не противоположная сторона, а я, наоборот, помогаю и сопровождаю. Вот очень важно уметь создать такую атмосферу, в которой человек не чувствует себя в опасности. Атмосферу, в которой он может действительно расслабиться, и из него, как вот из фонтана уже на вторую сессию может что-то там повалить, и он сам даже не будет понимать, что происходит. Он даже не заметит, что это идет. Какая-то уже информация из него идет. Какие-то выводы он уже сам может делать, он сам что-то видит. Вот. Ну, а, конечно же, моя, например, задача – это с блокнотиком сидеть вот так вот все записывать, потому что очень важные моменты могут как раз-таки во время вот этого потока появляться и проявляться. И это как раз то, с чем дальше мы работаем. То есть отсутствие запроса никогда не проблема, и наоборот, я бы сказала, что это самая традиционная ситуация. Вот. И я люблю всех, кто ко мне приходит и с запросом, без запроса. В результате все равно мы получаем очень такие хорошие итоги и продвижение. Приходите к Любе, Люба любит всех. Всех своих друзей, клиентов. Да. Можно приходить и онлайн. А, кстати, о вопросе приходить. Мы с тобой, мне кажется, каждый раз идем больше и больше по времени. Сейчас у нас уже час, встреча длится. Я предлагаю закругляться и сказать наш итог. Подвести, во-первых, итог под всеми лекциями про семейные отношения, а во-вторых, сюрприз, который я обещала. Да-да-да. Какой вообще итог? Друзья мои, смотрите, пожалуйста, на себя в себя. Смотрите эти эфиры еще раз и ищите какие-то моменты, которые похожи на то, что происходит в вашей жизни. Это очень важно. Если что-то в семейных отношениях идет не так, это не означает, что нужно идти крестовым походом на своего партнера. Это означает, что есть что-то, что беспокоит вас самих, что вы что-то не решили, что-то придумали, в чем-то себя убедили, обманули и так далее. В чем именно, это, опять же, да, стереотипы примерили на себя, на партнера и подумали, что все это очень хорошо подходит. Дальше, что у нас там было? Ожидания, да, проигнорировали особенности другого человека, заменили их какими-то своими фантазиями. Получите, распишитесь. Так, что у нас? Третья у нас была лекция про вредные привычки. Опять же, проигнорировали особенности другого, игнорируйте свое недовольство, что-то делаете постоянно, получаются конфликты, не находите каких-то компромиссов, не желаете их находить, тоже что-то идет не так. Ну и, соответственно, тяжелый характер. Если вы гордо несете знамя человека с тяжелым характером и ничего не хотите менять, то вероятность того, что что-то пойдет не так в семейных отношениях, у вас может быть крайне высокой. Поэтому я не говорю о том, что все плохо, все разводимся, расходимся, выключаем эфир, все это было бесполезно. Нет, конечно же, я так не говорю, но я говорю о том, что смотрите внимательнее, обращайте внимание на свои собственные реакции. И вот в течение нашего вот этого небольшого цикла я постаралась дать вот эти вот маркеры, какие-то маячки, по которым вы могли бы определять, что что-то идет не так. Тогда, когда еще это можно изменить, потому что все-таки я за мир во всем мире, за сохранение отношений, за сохранение семей, поэтому, пожалуйста, смотрите эфиры, смотрите на себя и будьте счастливы. Меняйте и меняйтесь, я бы добавила. Люба, спасибо тебе огромное за кучу, огромное количество полезной информации, которую ты дала на каждой из лекций. Спасибо тебе за твой позитив, за ответы на все вопросы, которые задавал я, которые задавали наши зрители. Ждем тебя еще на любой удобный тебе формат. Наши зрители, если вам хочется про какую-то тему конкретно проговорить с Любовью, можно это сделать либо через запрос на личную сессию,
комментариях пишите, мы вас обязательно обменяем контактами. Либо же можно написать, и мы попросим Любовь рассказать в принципе об этой теме на всех. Это можно делать, не стесняйтесь. Все, да. Всем спасибо. Угу. Да, и, кстати, еще вот буквально 5 секундочек хочу времени такого занять. Друзья, у меня есть возможность дать всем присутствующим бесплатные маленькие сессии, полчаса, 30 минут. Пишите в комментариях, пишите в точку кипения, пишите лично мне, я отмечена в постах. Вот, мы с вами поработаем, мы разберем ваши вопросы, и я думаю, что я смогу вам помочь в том, что вас беспокоит. Ура! Вот, Люба, Дед Мороз у нас еще сегодня. Мне кажется, грех просто не воспользоваться таким предложением, поэтому, ребят, да, действительно, можно, нужно и полезно. Все, а теперь прощаюсь, теперь точно все, всем пока. Пока.